Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой новый видеоролик по игре Euro Truck Simulator 2. Также это у нас мультиплеер, и с вами сегодня я, Андрей Сухина, и обзор Шкоды. Вчерашний мой данный видеоролик был про УАЗ, ну а либо УВАЗик, как я еще называю. И я показала, что внешний вид это УВАЗик, а салон взят от Шкоды. И вот сегодня делаю второй обзор и второй данный видеоролик, но уже про Шкоду на ваших экранах. Вот она, вот так выглядит у нас. А салон у нас вот такой. Это Шкода. И внешний вид это Шкода. Ну а теперь я вам лишь желаю приятного просмотра, и мы на нее сейчас детально посмотрим. Итак, друзья, давайте смотрите на данную Шкоду. Кабина одна, шасси одно, двигателей тут два. Трансмиссия одна, салон у нас аж 1, 2, 3, 4 салона. Есть вот такой салон, либо вот такой салон. Вот. Также по данным покраскам есть еще вот такая покраска. И на крышу можно поставить либо вот такую мигалку, либо вот такую большую мигалку. Хотя раньше было на данную Шкоду была еще данная покраска на полицию вроде как. Вот это у нас покраска. Сейчас, если я вспомню. А то я забыл, конечно. То ли Special Transport или как-то так. Могу ошибаться, друзья. А данная покраска вот такая у нас. Хотя вроде как она еще вроде как подходит, наверное, для конвоев каких-либо. Вот. Ну, например, вы собрались толпой, да, с друзьями, договорились покататься в Euro Truck Simulator 2. Ваши друзья, например, взяли по грузовику, по грузу, а вы взяли вот такую Шкоду, сопровождающая. Ну, как-то так. Вот, вроде как. Хотя могу ошибаться. Вот. Ну и такого данного какого-то более детального тюнинга вроде как и нету. Вот. Ну вот и весь данный обзор. Вот. На автомобиль Шкода. Ну а если вам данный ролик такой понравился, то, друзья, лайк, колокольчик, подписываемся также и пишем какой-либо хороший комментарий. Вот. Ну и также вам лишь желаю хорошего дня настроения и еще увидимся. Вот, потому что и также давно таких на моем канале роликов не было.
типа обзоров, либо первый взгляд, ну вот типа такого чего-то, да? Вот. Ну и, друзья, всем пока.